Ну, на самом деле мы сделали большую ошибку тем, что не уехали сразу в Эквадор. С Эквадором бы точно нас никто никогда не вывел. Просто Эквадор принципиально никому ничего не выдает. Никого. А почему изначально выбрали именно Кубу? В силу простой причины. Не было прямых рейсов ни до Перу, ни до Эквадора. Все рейсы были через Москву. Вот, и поэтому были вынуждены, ну, был один рейс, но он был безумно дорогой, там какие-то вообще нереальных денег. То есть мы решили, что за эти деньги лучше их потратить на то, чтобы посмотреть на Кубу. А спустя вообще вот с приезда Максима на Кубу, сколько времени прошло, когда его уже арестовали примерно? Ну, полтора месяца. То есть полтора месяца Максим Сергеевич нормально себе припеваючи жил? Да.